Хорошо, куда то посмотри, чтоб шло. И народ, кто нас внезапно смотрит, отпишитесь, пожалуйста, что по звуку, потому что наверняка опять кто-нибудь орёт, трансляция тихая. Так. Или громкая. А я тихий или громкий? Ну, мы тебя слышим хотя бы. Да, и вроде трансляция пошла даже. Ой. Драматическое вступление. Да, Дэн прям там с гитарой, по-моему, в эфир зашел. Там мне штатив приехал наконец-то, я пытался его установить. Будем надеяться, что нас все можно рестримить, и что нас не закроют через 15 минут. Но, в общем, тут что-то внезапно, меня прям с поезда сорвали, говорят такие, короче, тут этот Golden Joystick Award, который почему-то решили в конце октября подводить итоги года. Давай, мол, типа... Они всегда, в октябре подводят. Ну, это очень странная идея, но... но тем не менее. Давай, мол, типа, пошли, и вот мы здесь. Да, как там с бухты-барахты так все это... Низ там до сих пор где-то в чем-то копается. Да, Дэн, не шуми, тебя слышно. Да, либо выключи микрофон, пока настраиваешься, либо настройся уже наконец. А, пишешь что-нибудь по звуку? Я не знаю. Ну просто мне вообще никак не посмотреть. Да, понимаю, сейчас посмотрю. Пока там все равно мужик в пиджаке вещает. Он, да, он... унижает кадровую частоту Бэтмена. Хотя как унижает? Что там унижать? Там и так все унижено по самое не хочу. И даже после патча. Но где? Какого патча? О чем речь? Я что-то... Вышел патч. Опять, короче, Batman Arkham Knight поступил в продажу в Steam. Угу. Но там опять жопа. Класс. То есть нифига они за 4 месяца не смогли толком починить. У многих проблемы. И Дэн, ты тут? Теперь да. Тогда ты посмотри комментарии. Потому что небось, либо я ору, либо трансляция орёт, либо наоборот все очень тихо. Сейчас все посмотрим. Я как всегда громкий, но это нормально. Значит, лучше RPG Fallage не будет, но очевидно, раз он еще не вышел, да, он не будет участвовать. Видимо, именно под этому они подгадали к 30 октября. Да нет, я помню, что и в прошлом году они, по-моему, раньше делали, и вообще они как-то... Ну это странно, подводить итоги года в октябре. Ну то есть, я ладно, думаю, мы подводим в феврале в основном. У них есть, я думаю, какое-то оправдание, там, может, какие-то финансовые кварталы или что-то типа того. Но мы как-то все вообще не в курсе, по сути, что такое Golden Joystick Awards. Поэтому решили постримить. Да, поэтому мы даже не знаем, будет здесь шоу какое-то или что. Да, но она вон 33-я аж. Да, то есть это я почитал сейчас быстренько, это одна из самых старых церемоний. И я надеюсь, что вся церемония не заключается в том, что мужик в пиджаке стоит и просто зачитывает номинантов и победителей, потому что есть вероятность, что мы можем что-то не услышать сейчас, что он говорит, а он там уже объявляет игры года и так далее. Вполне может быть. Просто я обычно читал только победителей. У нас просто на сайте, по-моему, вывешивается новость. Каждый год одна, типа, вот там раздали джойстики, кто победил. Но само шоу никогда не смотрели, и вы мне так и не сказали, что по звуку. Короче, по балансу вроде бы все нормально, хотя Вася все равно пишет, что он громкий, но это тоже нормально, я так полагаю. Ну, кто-то пишет, что прям намного громче остальных. Я не могу быть намного громче Дениса или Солода. Да, там вроде все нормально. Ну и, кстати, у кого виснет стрим, не знаю, у меня все нормально отображается на хай настройках. Проблем нету. Скорее всего, у вас что-то. Так, первое. Я могу потише себя сделать, вот так. Ну, сейчас еще так, отпишется. Так, лучшая оригинальная игра. То есть они перешли уже наконец-то к награждению, вроде как. Ты что, что ты там делаешь с гитарой? Итак. А, нифига себе, я насколько опаздываю. Макс, в смысле, у меня вот они сейчас... У тебя только сейчас появился сам джойстик и надпись? Не, не только сейчас, уже секунд 10. Вот.
Итак, третье место Kerbal Space Program. Второе Life is Strange. А почему написано Runner Up? Ну, это второе место так называют. Okay. Типа догоняющий. Так, самая лучшая оригинальная игра. Bloodborne, ничего себе. А, ну, правильно. Соревновался с Kerbal Space Program и Life is Strange. И у меня но, правда, это пошли. Учитывая, что имеется в виду, наверное, новый IP. Да. Оригинальная игра, сказали, не приквелы, сиквелы, а вот именно новая. Ну что а что, у нас в этом году так плохо все было по новым играм? А, нифига, а что плохо? Bloodborne это плохо? Нет, что нет, как бы что после него... Bloodborne, только Life is Strange. Вот именно. А, ну черт возьми. Ну а что у нас? Давай, вспомни. Я пытаюсь, что-то да не могу. Ну правильно, сейчас год ремейков, ремастеров и сиквелов. Так что туго пока с новыми. Как бы тот факт, что лучшие игры года это Witcher 3 и, возможно, Fallout 4, уже как бы циферки намекают. Да-да. Не, ну Bloodborne отличный выбор. Вышли какие-то чуваки, не похожие на японцев, по-моему, они просто своровали Bloodborne-овский приз и ушли. Максим возможно. Просит музыку потише сделать, саму трансляцию. Хотя, может, это у них там просто... Там реально как-то музыка внезапно громче стала. Лучший сторителлинг. Так, ну здесь опять Life is Strange, небось, зачешется. Я думаю, что, может быть, Witcher как раз зачешется здесь. Pillars of Eternity. Ну да, кстати, пуфик немного. Кстати, не оригинальный IP. Ну, кстати, да. Макс подтормаживает. Ну... Сорян. Что я могу поделать? Ну что ж, у нас лучший сторителлинг. Wild Hunt. Смотри, я угадал. Так, ну, сейчас тут... я переключился на качество High, а не Source. Посмотрим. Но если не прокашляется, тогда, Дэн, тебе придется подхватывать. Ну, сейчас я попробую, как у меня с этим дело обстоит. Потому что да, у меня... Ладно, сегодня у меня все хорошо работает. Но я не буду подключаться. У меня все это прям слайд-шоу почти. Ой, вообще подвисло. Ну все, быстро прочихалось. Я так понял, что так и будет вся церемония проходить, что просто выходит, дарит, уходит. То есть это не шоу. Ну, зато быстрое. Да, в отличие от, сами знаете, так, чего. Так, лучше визуальный стиль, я так понял, сейчас будет. Дэн, это ты? Если что ты я? Сейчас что-то тёр, то тебя было слышно. Очень хорошо. Не тёр. Нет? Нет. Господи, звук был такой, как будто... Это лучший визуальный стиль, тёрся. Втерся, да? Втерся в наш эфир. Итак, давайте смотреть. Ori and the Blind Forest, ну, в принципе, нормально. Я думаю, что Bloodborne тоже должен взять. Ассасин. Ну, брось. Не, ну визуальный стиль-то там хорош. Не, Ведьмак все равно. Ну, я как бы, я думал сказать еще Ведьмак, но это такой, знаешь, это ответ вот на все вопросы, это как 42 просто. Ну, а че? Мужик сейчас запарится бегать за этими джойстиками, смотри, тот же самый побежал, такой, да-да-да, давайте так, мне Дэн, еще. Так, Дэн, у меня тормозит, давай, короче. Ну, подожди, мне настроить надо сначала. Настрой. Я сейчас настраиваю. Сейчас опять нас не будет слышно. Почему? Ну, потому что в Star Wars так же я стримил уже в итоге. Я не знаю, там Дэн починился, нет. И внезапно реклама. Как раз пока реклама. Ну да. Ну хотя да. Бы на игры посмотрим. Не все ж на чувака в очках лупится. Ты там скажи, когда настроишь. Да-да-да, сейчас. Вдруг у Макса к этому времени уже все починится. Ты реально на гитаре там все настраиваешь. А чё, сильно шумит, да? Да пипец, каждый раз слышно. Вот это, да? Да. Блин. Так, вот лучшее аудио. Вот пока. Как раз лучшее аудио, да, лучший звук сейчас от Дэна. Лучший звук у Дениса там. Ну, тут я даже не берусь судить, что подразумевается под аудио. Аудиооформление или саундтрек? Не-не, это именно аудиооформление, я так понимаю. Саундтрек, он обычно отдельной номинации. И тут сейчас будет, знаешь, где там самые убедительные выстрелы из автомата. О, Elite Dangerous, игра, где, по идее, космос тихий. Life is Strange, серьезно, да? Да опять Ведьмак, что ли? Наверное. А, не, Ori Blind Forest. Ладно, не Ведьмак, хорошо.
не то чтобы мы тут не любим Ведьмака, но не все ж ему отдавать. Тем более с его-то звуком, который там ускоряется, замедляется. Да это только в русском. Да, ну, и нет... у них таких проблем нету. Ну, в русском и в польском вроде ты говорил. Все, что переводилось со славянского языка, это русское и польское. Ну какая разница, игра делалась всякие на английском, немцы. Они играли на английском. Нет, суть в том, что французы и немцы переводили с английского, насколько я понял. Ну, насколько я понял. Поэтому у них таких проблем с липсинком нету. А наши переводили с польского, и в польском те же самые проблемы. Короче, там все сложно и непонятно. То есть у нас, короче, как в самой true версии все. В польском. Да, твои аккорды, Дэн, это просто что-то с чем. Ты можешь ее положить просто куда-то? Ты как Келебрыч, который постоянно карты теребонькает. Ты настроился, Дэн? У меня тут слайд-шоу. Что ты там настраиваешь? Сейчас все будет. Сделай захват окна и там браузер. Лучшая все. Мультиплеерная игра, давай пока подумаем, что это может быть. Лучший мультик в этом году. Rainbow Six, но она еще не вышла. Ой, я даже не знаю. Ну не Evolve. Monster Hunter 4, ну да, не Evolve. А, Hots, он же вышел точно. Вась, ты помнишь проблему, которая была у меня с микрофоном, когда мы пытались стримить Battlefront? Да. У тебя остался мой канал Твича? Зайди, посмотри, нормально идет, нет? Сейчас, подожди. Со звуками. Лучше кинь мне его. Я не помню. GTA Online, серьезно, да? Не, ну а чё? Не, подожди, в этом году? Ну, по-моему, в этом вышло, нет? Что? GTA Online? Да, онлайн же позже прикрутили. Да, он еще на PS3 вышел, солод. Ну, значит... GTA Remaster вышел в том году, на ПК в этом. Они про ПК, что ли, говорят? Блин, я не знаю. Как GTA Online? Победил. Не, ну, понятное дело, вот типа это правильно все не пишут, это 2013, ребят. Мультиплеер на года. Как это вообще? Зайдите, ссылку кину. Сейчас посмотрим. Ну это, конечно, да. Я понимаю, что нету мультиплеерных игр, но GTA... И сразу лучшая индюшатина. Сейчас, подожди. Ну, вроде всех слышно. Всех нас троих, да? Да, себя тут погромче. И трансляцию слышно? Да, слышно. Ну все тогда, сейчас индюшатину объявят и переключимся. Хорошо, давай. А пока что у нас там по индюшатине? Я даже не знаю, что это. Какой-то, да, Axiom Verge. Ой, Господи Иисусе. И... Сома, может? Сома не совсем индюк, я думаю. А, ну да. Хотя, блин, Everybody Gun to the Rapture тоже. Да тут такая тонкая игра. Да у них паблишер написано там и все такое. Ну вот, ну, ты кербал. Кербал. Урвал таки наконец-то свое. Да. Не все ж Ведьмаку проигрывать. А, не, Bloodborne проигрывать. Bloodborne проигрывать, да. Так, ну все, Дэн, давай. Ты готов? Давай. Включай. Да, готов. Так, ребят, мы сейчас отключимся на пару секунд.